Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В воскресенье в Самарской области малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 12, плюс 14, ночью 7-9 градусов выше 0. Ветер северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя. Днем плюс 14, ночью 8 выше 0. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность и дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, ночью 10 с плюсом. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно и дождь. Днем плюс 12 градусов, ночью 8 выше 0. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.